Всем привет! С вами ГМ Креветка с платформы РВК Games. Сегодня мы поговорим о классе Отшельник в игре Tap Adventure. Отшельник отвечает за хил класс в данной игре. Имеет вот такой вот внешний вид дедушки с посохом. Перейдем более детально. Отшельник имеет снаряжение, стандартно посох, который отвечает за урон, лампада, которая отвечает за здоровье, капюшон, который отвечает за множитель урона посоха, наплечник, который отвечает за множитель здоровья лампады, и сапоги, которые отвечают за бонус-локацию. Вот я сейчас в локации лес, где обитает отшельник, и мы видим бонус местности. К примеру, если посмотрим на охотницу, до данного множителя нету. Ну, перейдем непосредственно к навыкам нашего отшельника. Напомню, что навыки можно получить, прокачивая уровень отшельника. И при этом наша полоска опыта растет. Когда она достигает максимума, получаем шестеренку. Но с помощью шестеренки мы прокачиваем наши навыки. Первый навык – это исцеление. Лечит всех союзников на поле боя. Также есть шанс критического исцеления. То есть исцеление будет в несколько раз выше, чем обычно. Следующий навык – поток. Наш отшельник ускоряет свою скорость атаки, но понижает свой урон. Но при этом, как бы урон в секунду, который наносит отшельник, не уменьшается. Третье. Благо во зле. У отшельника есть шанс вылечить самого раненого союзника, то есть союзника с наименьшим уровнем здоровья. Он лечит на количество своей магической атаки, то есть атаки посохом. Вот, которая есть, он лечит на этот параметр. Шансы, конечно, небольшие, но все же как бы неплохой достаточно скилл. Следующий скилл — это чудо. Отшельник добавляет процент своего урона к урону магии. Урон магии — что это такое? Урон магии — это то, что у нас в базовых характеристиках нашего героя. Это то, что когда мы нажимаем левую кнопку мыши, вот мы стреляемся такими молниями. Это и есть урон магии. То есть данным пассивным скиллом он увеличивает урон самого персонажа, нашего основного, как бы вас самих. Ну и последний скилл — это предвидение. Отшельник видит часть будущего, ускоряя время перезарядки всех активных способностей, всех дружественных героев и своих тоже. То есть во вкладке «Битва» у нас вот активные герои, активные скиллы. Вот он эти активные скиллы ускоряет время перезарядки. Вот, к примеру, первый скилл воина, у нас рассекающий удар, отката 6 минут. Если у вас прокачан этот скилл у отшельника, который уменьшает, то, соответственно, уже будет не 6 минут, а меньше. На этом все. Сегодня я рассказал вам про класс отшельник в игре Tap Adventure. С вами был ГМ Креветка. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал РБК Games, ставьте лайки. Всем пока-пока.